В Сергиевом Посаде завершился 10-й открытый фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная радость». Целью прошедшего мероприятия стало повышение качества жизни детей и молодых людей с инвалидностью через социокультурную реабилитацию. В день закрытия фестиваля его участники посетили божественную литургию, а затем гала-концерт во Дворце культуры имени Гагарина. О праздничном мероприятии в сюжете Галины Ледвиной. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, и не мой друг всегда иди дорогой. Гала-концерт – главное событие инклюзивного фестиваля «Пасхальная радость». По традиции он завершает это многодневное мероприятие. С экрана прозвучало приветствие епископа Верейского Пантелеимона. Владыка рассказал, что первым инвалидом на земле был совершивший грех Адам, но 2000 лет назад в мир пришел Иисус Христос, в котором мы избавляемся от инвалидности, соединяемся любовью и помогаем друг другу во Христе. Если жить во Христе и со Христом, тогда жизнь становится радостью, каким бы инвалидом человек ни был. Потому что он находит в себе друзей. И во Христе он обретает и зрение, и слух, получает знания. Во Христе он может передвигаться. Ну, здесь на земле с помощью друзей, может быть. Но если он попадает в Царство Небесное, там уже он будет летать, как птица. Дай Бог, чтобы этот фестиваль соединил вас друг с другом и помог вам быть вместе друг с другом. Когда мы вместе, то никто из нас не инвалид. Мы помогаем друг другу. У кого есть лишние силы, он помогает тому, у кого сил нет. Очень радостно, что, собравшись вместе, мы с вами обретаем полную радость и обретаем настоящую жизнь, радостную и счастливую. Во время концерта юные артисты и творческие коллективы порадовали зрителей вокальными и хореографическими номерами. Для ребят с инвалидностью фестиваль – это уникальная и, пожалуй, единственная творческая православная площадка в масштабах страны, на которой они могут самовыразиться и показать себя. Фестиваль набирает обороты. В этом году он собрал 30 организаций из 13 регионов. Всего более 300 участников. Они преодолели тысячи километров, чтобы показать свою педагогическую работу и своих талантливых учеников. В адрес участников поступило приветствие из Пензы, принимавшей фестиваль ранее. 2 года назад мы принимали «Пасхальную радость» у себя в Пензенской области и видели, насколько важно и ценно для ребят из разных регионов поучаствовать в этом большом творческом событии. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов и веры в свои собственные силы. Фестиваль «Пасхальная радость» объединяет неравнодушных людей – педагогов, родителей и добровольцев. Их силами на площадках фестиваля создается безбарьерная среда. В Сергиевом Посаде участники делились своим опытом, обсуждали проблемы и говорили о планах на будущее. Дети познакомились со святынями региона, участвовали в богослужениях. Все 3 дня были наполнены новыми знакомствами, общением и взаимопомощью.